Добрый вечер всем из Одессы. 18 августа 2023 года. Сегодня утром поступила информация о том, что в Черном море находится 13 российских кораблей. Ракетоносителей среди них нет. Уровень ракетной угрозы не очень высок, сообщили в силах обороны юга Украины. Но я хочу сказать обратное. Я хочу напомнить даже, не то чтобы сказать, а напомнить, что неоднократно пуски ракет осуществлялись с бухт, с мест ихнего базирования. Но и также хочу напомнить, что для того, чтобы ракетоносителю выйти на боевое дежурство, достаточно там час, полтора, два максимум. То есть обстановка может поменяться в любую минуту. И плюс ко всему, выпустить ракеты «Калибр» они могут прямо из бухты, то есть не выходя на боевое дежурство. А в бухте «Калибр» уж точно есть. Туда зашел корабль «Адмирал Макаров», у которого 4 «Калибра» было. Я уверен, что его уже дозарядили до конца. И в бухтах стоят еще и подводные лодки, тоже заряженные «Калибрами». Поэтому советую всем быть бдительными и обязательно реагировать на сигналы воздушной тревоги. Значит, сегодняшний день проходит более-менее спокойно. Я думаю, что сегодня тревог будет больше, чем вчера. Вот, но пока месть у нас была только одна воздушная тревога из-за взлета истребителей МиГ. Я на связи. Всем желаю мирного неба. Берегите себя, берегите своих близких. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новую информацию. До встречи. Пока.